Третий день. Установка выравнивания и закрепления столбов. Как я это делаю? Ну, установка, понятно, по уровню. В ту самую лунку, которую я бурю ледорубом. И тем. Вот этим буром. Потом готовлю цементно-песчаную смесь 1 к 4 и предварительно пролив водой, засыпаю щебенкой столб, мелкой щебенкой, проливаю ее водой, затем размешиваю смесь в воде и выливаю в щебенку. Два черпака цемента песчаной смеси 1 к 4 размешиваю миксером. Щебенку я уже пролил водой предварительно. И стараюсь быстро, чтобы песок не осел в улице. Остатки песка. Давай следующий лук. Это будет калитка. Здесь будет калитка. Поэтому столбы рядом располагаются.
последняя ямка из ограждения. Натяг создается. Thank you.
Можно было бы мешать, конечно. Ну, вот здесь что? Здесь три черпака цемента 500-го. И, соответственно, 3 на 4, 12 черпаков песка. Точно. Все. Как мешал, можно было мешать бетономешалки. Но это не то количество. Как я мешал лопатой и руками. И на дне оставалось целое. Думаю, песка. Все. Начинаем настырить. Два черпака. Thank you.
Третий день. Все закончено. В смысле, ограждение закончено. Загон закончен. И вот первые куры идут на разведку. Вон через ту дырку. Конечно. Уже через неделю, мне кажется, здесь уже ничего не будет. Да, да. Да? Да. Так что сними это, как прощальная зелень. Угу. Снимаю. Но они низы-то оборвут, а верх-то не получится. Ну, низы оборвут, да. По принципу, как вот здесь вот. Угу. Был виноградом все за... Корневища-то остались. Они же подпрыгивают, я видела. Ага. Чтобы достать до листвы, да? Да. Ну, все.